Хотел заслужить доверие террористов, а попал к сотрудникам областного управления ФСБ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель Тольятти, который занимался изучением и распространением экстремистской литературы. По данным Федеральной службы безопасности, мужчина, начиная с 2012 года, неоднократно выступал в роли слушателя на занятиях, проводимых одним из членов международной террористической организации. Как предполагают ведомстве, он хотел пополнить их ряды. Кроме того, на своей странице в одной из соцсетей житель Тольятти размещал видеофайлы, освещающие деятельность сторонников террористических организаций. Сотрудники ФСБ вынесли мужчине официальное предостережение, после чего тот раскаялся. После того, когда со мной провели беседы сотрудники Федеральной службы безопасности, я понял то, что действие данной террористической организации является угрозой не только для меня, но и для стабильности на территории Российской Федерации. Я полностью отказываюсь от того, чтобы быть членом этой организации.